О, минутка полезной информации. Слушай, мне кажется, ты увеличиваешься с каждой нашей встречей, а? Я тебе уже в пуп дышу. Даже не хочу себе представлять, куда мне придется дышать при следующей нашей встрече. Так, что тут у нас? Ёбаный в рот мне гольфик. Это та самая дыра в преисподнюю. Ладно, хорош любоваться, надо же кому-то заткнуть эту дырку. Для чего же еще нужны герои? Эх, нет, давай, подожди, надо просто закрыть глаза. Что, все? А, хорошо, что в костюме есть биотуалет. Кровь? Кто-то поранился? Ого себе, видимо, рана была серьезная. Заглянем. Так, ничего себе, похоже, я ошибся кабинетом. Я искал общество анонимных алкоголиков, а не кружок юных сатанистов. О, а это похоже на этих маленьких, как их, миньонов. Ведь похоже? Наверное, сейчас думайте, какая же у него какаша в голове. Но ведь похоже. Вам нужно снять каждую линзу. Ого, что тут, как тут? Так. Это по-твоему осторожно? Это еще можно починить, мне бы только скотч найти. Ладно, извините, извините, у меня просто ногу свело. Больше такого не повторится. Но давайте подходите, черти недожаренные, я вас дожарю. У, ты в тыл пробрался, чекист. Но кого еще свинцом осветить? О, я же хотел ракеты испытать. Ладно, пойдем искать желающих, которые захотят поучаствовать в испытаниях. Ниндзя в прыжке. Опчики. Куда угодил? Что не так? Холодно. Пальчики отморозил. О, брат, да ты совсем простудился. Вот не будешь без шапки на улице бегать. Ты на что-то наступил. Вот, погляди и понюхай. Что за еще чучело летающее? Ой, нет, да ты ведьма. Чары колдовские. Чуть в принца прекрасного не превратила. А я не такой. Я нормальный. Да можешь ты хоть минуточку постоять. О, подожди, сейчас вылетит птичка. Хоп, и улыбочка. Чуть фотик не сломал, но кадр отличный. Да отвали ты, куропатка бешеная. Ух ты, филе налево, органы направо. Я, наверное, хирургом в прошлой жизни был. Или мясником. Там явно ждет меня секрет. Надо прыгать. Хоть и сикотно. Это было легко. Что тут у нас? Блин, дебил, тут же нормальный вход был. Это то, что я думаю? Классическая двухстволка. Мое любимое оружие. Эх, черти засиделись у нас в гостях. Пора бы их отправить обратно домой. В ад. Черти. Ёлы-палы, руки в ноги. Это я, что ли, их так? Сразу двоих накрыло. Я сам начинаю побаиваться эту пуколку двухдырочную. Если вы хотите остановить производство энергии, вам достаточно уничтожить этот последний фильтр. Звучит как призыв к действию, но я не буду ничего уничтожать. Я же не идиот, я не хочу обратно в каменный век. Рука, ты чё задумала? Нет, блин, опять неконтролируемый приступ. Сейчас, наверное, на соседней планете интернет вырубило. Вау, это что за фейерверки? Похоже, новая крокозябра. Еще и агрессивная. Ну что, давай знакомиться. Гляди, какая у меня пуха есть. Что, не разглядел? Я поближе подойду. Опять не увидел. Со зрением плохо. Сейчас исправим. Воу, ты куда пополз? Обиделся, что ли? Никто не хочет со мной дружить. О, что туда пихать? А, руку? А я-то подумал. Фу-фу-фу, какие мысли извращенские. Что-то какая-то хреновая текстура. Так что ли должна выглядеть поверхность Марса? Больше похожа на огромную космическую печеньку. Вау, турбо-валенки. Для меня. Модняхи фирмовые. Самым стильным теперь буду на Марсе. Куда ноги поджал? Дай хоть заценить тапки скороходные. Я сейчас вообще как макака могу везде лазить.
Могу тормозить перед землей. Могу в окна чужие заглядывать. Что там у нас интересного, а? Давайте-ка испытаем наши тапки в длину. Вот это прикол. Я уже завещание собрался писать. Больше так делать не буду. Иху! О, старый добрый жиробобер. Почувствовал мой мега-агрегат. Специально торопился, чтоб тебе показать. Что, рука отвалилась? Но тебе еще повезло. Обычно все выпуклости отлетают. Фу, блин, какая ты страшная. Тебя что, здесь не кормили? Теперь я тебя понимаю, почему ты так взбунтовалась. Может, тебе помочь? А то мне кажется, ты сейчас сломаешься пополам. Тихо подкрадываемся сзади и прыжок. Ты не настоящий. Обидно, вот и живи с этим. Позвольте вашу руку. На, в пузо. Терпеть ненавижу битву экстрасенсов. Прости, ведьма, ты тут ни при чем. Просто под руку попалась. Привет, дружище. С нетерпением жду твоих комментариев и надеюсь на положительные оценки. Ну а если ты в первый раз у нас в гостях, то добро пожаловать. А, еще одна просьба. Ребятки, давайте дружно поделимся этим выпуском с нашими друзьями ВКонтакте. Это здорово поможет в развитии канала. Все, заканчиваю попрошайничать. Всем спасибо за внимание. Ну а я удаляюсь монтировать следующий выпуск. Всем пока-пока.